Всем здорово-здорово, с вами Олег Блэк, и мы продолжаем прохождение метро. Погнали! Слушай сюда, станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Так, что там у нас происходит? Я помню эту решеточку. Надо просто... Охуенно ты беспалевный, с фонарем. Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Само будет пиздец. Первый пошел. Все в норме. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так и к хозяину. Все, Бурбона запиздили. Пиздец Бурбона. Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончим позже. Двигай, двигай. Глянь, он там ничего не забыл. Убери рюкзак. Его не видать. Рюкзак убери, ты шо? Ага. Убирай. О, допер. Давай тоже фонарь включи. И нас тоже поймают и отпиздят. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Все правильно, валите. Ой, надо противогаз снять. Так, ну шо у нас тут? Есть. Так. О. Шучу. Аж у меня патронов вообще нет. Господи. А что мне тут делать? Ай, да уж так. Ну, будем выходить. Я так понимаю, через вот этот. Так, тут где-то. Лампу. Лампа горит. Тихо. Надо потушить тут все. И всех. О, ножи, динамит. А, стрелы. О, ножик. Блять, я ничего не вижу. Это пиздец. Где мы? Черт. Так, идем. Идем дальше. О, что-то тут я не взял. Ой, аптечка. Так, как... Так, а как кидать ножи? Вот что вопрос. Вот я выбрал нож. А, ну. Тихо. Тихо. Опа. Да ты что, дурачок, что ли, господи? Мы тут типа пиздим все, а ты тут свет зажигаешь. Ты что там уснул, что ли, а? Так. Ой, еще стрелы. Так, по-тихому попробуем. Может получится. Вот это они, конечно, глухие. Что-то голова не варит. Что тут происходит? Что тут происходит? Блять. Ой, пиздец. Да, по-тихому не получилось. Ладно. Да вроде нет там никого. С чего вы вообще взяли? Так.
А, вот этот болванчик. А у меня и ножей-то нет. Так. Пока. Спартак. Так. Оп-оп. Погасим свет. Выключай. Хочу по-тихому вот пройти. Очень. Блин, я ничего не вижу. Черт. Тут, блядь, я посвечу своим фонарем. Блядь, противогаз не снял. Тебе тут пизды дадут, так? Все, охуею. Так. Что у нас тут? Угу, так. Вон этот светлячок там ходит. Так, вот нож. Так, аккуратно. Берем. Воруем, воруем тут вовсю. Ганза. Давай, моя прелесть. Тут гасим свет тоже. Ага. Эти ребята тут заседают. Сейчас он пойдет. Зарядимся. Сейчас этот будет возвращаться. Бля, он возвращается. Все, заебали вы меня. Себя натяни, блядь. Блядь, ты что творишь, нахуй? Бля, этих пидоров тут. Блять. Чем пиздить меня будут тапками. Фух. Никого. Крысы, наверное. Наверное, да. Так, ладно. Мне уже, если честно, это поднадоело. Так, ну пойдемте. Сейчас я его трахну, короче, этого уёбка. Иди сюда, блядь. Сейчас я тебе ёбну. Похуй на тебя, короче, пиздуй отсюда. Да, как же мне по-тихому так пробраться-то? Блин, вообще не знаю. Перезаряди ты уже свой револьвер. Не мой черный пистолет. Так, идем. Оп. Ножичек. Где мы? Ага. Где я? Господи, блядь, где я? А. Понял. Я не знаю, как мне мимо них пройти вообще, но я сейчас попробую просто... пройти их, если получится. Хотелось бы по стелсу пройти. Так, что у нас тут? Оп. Что-то там. Ребята, что за проблема? Да что там, блять, эту дрянь?
А я не послушался. Вот бы. Бля, что ты делаешь? Ну ты дебил. Давай дебил, сюда, да? Прям, боже мой, боже. Погоди, 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 я сейчас вернусь. Че я сделал? Смотри, столы не потеряй. Он, блядь, туда переместился с такой скоростью. Ты чё, бля, летаешь? Я не понимаю. Ты тут чё, еблан, блядь? Блядь! Да прыгай ты, сука! Ублюдок. Блять, он кривой, нахуй. Блять. Лови, блять. О, как далеко кинул. Лови, сука. Лови, блять, я смертник, нахуй. Ублюдок. Блять, там взрывается все нахуй. Так. Сейчас я вам устрою, сука. Бегают, бегают тут. О, сука. Урод. Давай, вылезай, гнида. Валим. Чё, блядь? Одного нашего ранило. Блядь. Сука. Да где эти уёбки, блядь? Как же здесь темно, пиздец. Да они шо, блядь, сука. Хуевшие, блядь. Хуевшие. Блядь, еще неубиваемые. Уёбки, блядь. Хуя ты охуел. Блять, я уже все выкинул. Бля, ни одной аптечки нет. Хламовщик ебаный, блять. Вон он, блять. Вот урод, сука. А, патронов нет, ну охуенно вообще, блять. Блять, тут с ублюдка нахуй стрелять с этого злоебучего. Взять свой крысы, блять. Сдох, ублюдок. Блять. Уроды, а. Блять, с дробовика стрелять на такую даль, это, конечно, гениальная мысль. И я тебя тоже не люблю. Уродец. Суки, блять. Ёб твою мать. Взорвались, бля. У меня уже палец на приседе устал держать.
концом вагончике сидит. В своем вагончике засел, ублюдок. Блять, ну ясно, нахуй. Фух. Я ничего подозрительного тут не вижу. Дебил, да? Прям, боже, как больно. Так, черт. Погоди, где тебя чувака, где сейчас поймали? Смотри, штаны не потеряй. Бурбо! Да ладно, хорош, что, правда? Ну, безбашенный перец. Идиот, вот это кто тебе кусь. Думал, выпить с нашим... Наш! Блять! У сука, уёбки какие, блять, ничего не получилось. И снова ничего не вышло. Я ничего подозрительного тут не вижу. Чё-то голова не валит. Чё тут происходит? Бля, это скрипт. Смотри, штаны не потеряй. Да ладно, хорош, чё, правда? Ну, безбашенный перец. Так, надо собрать тут немножко. Один, не зашмахнуть, вот. Да на калаш. Это точно. У нового-то шефа к Бурбону столько вопросов, что хоть иголки под ногти втыкают. Думаю, до утра бедняга не дотянет. Думаешь, правда пытать будет? Может, но это по настроению. Если лень будет, может просто мозги разнести. Опять вариант. Блять, сука, уроды, шо ж вас тут так много? Давай, моя прелесть! Ну что же за непруха такая, ёптищёвся! Чертовщина какая-то. Сука, ты только в спину и можешь стрелять, куда ты, блять? Побежал, гнида. Ладно, блин. Дебил, да. Я тоже дебил тут с вами, дебилами. Да бля, дай калаш взять. Вот на него тут. Ничего тут нет, блять, иди отсюда. Все под 2 метра ростом, движемся все как один, вооружены до зубов. Лопата нырнул прямо в голову отбросом, а то бы его учуяли и вздернули. Да, с этими лучше не связываться, а везде проникают. Куда этот уёбок делся? Я вот вообще ничего не вижу. Я вообще ничего не вижу, блядь. Где я, нахуй? Где я тут что перепутал? Держать оборону, трусы! Стоять, я сказал! Я на позицию! В атаку, дети мои, в атаку! Обходи его сбоку! Блять. Кто тут можно было? Как-то пройти или нельзя было, блять? Ах ты сволочь, блять.
сука. Умри, блядь. Покурите, блядь. Пора курить, блядь. Уёбки. Бля, хуя накинул. Так, блядь, дети ебланы. Все, вот вам и стелс, бля. Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или гонокор? Так, пошли нахуй, уёбки. Закрывай дверь. Давай, ебашь его, на, блядь. Ёбнул ему. Хуяк. Блядь, минус бурбон. О, чёрт. Бурбон, бурбон. Ну, он мне даже понравился. Можешь опустить своё оружие, юноша. Окей. Привет. Ты кто такой? Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут. Сори, извини. Я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь в Тургеневской. Здесь... Давай с тобой пойдем. Глазновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Куда ты исчез, господи? Мишка. Ой. Что ж, мудрое решение. Я иду с тобой. Появление Хана стало было для прикольно. Меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Мне тоже жалко его. Мне он понравился. Бурбон такой прикольный парень. Челик. Ладно, гоу дальше. Мужик клевый. Господи, где я? Где я? А, я с тобой. Ну ты хоть бы меня подождал. Все, подожди, я тут... Чая фонарик свой любимый. Здесь. Ну-ка. Никто. Что? Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. Стрелять не будем. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Слушаю. Ой, господи. Что это было? Некоторые называют это пением тоннелей. Удар. Хорошее действие сделал. Который воздействует на подсознание. Круто. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Хорошо. Идем сказано. Же. Пойдем. Будь внимателен. Ок. Это очень опасный тоннель. Кто это? Что это? У тебя, друг мой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Не, все хорошо, идем, я ничего не врубаю, вот фонарь зарядил, все заебись, ты шо, еще заряжаю даже. Идем дальше. Кто там плачет? О, господи, флешбэк. Кто там плачет? А, там призрак. Замри и смотри вперед.
Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Да, стрёмно. Очень. Господи. Что хотите, чтобы я упал от компуктера? Мы должны обойти их. Не пойдем. Прикасайся к силуэтам. Не буду. Сосредоточься. Господи. Сосредоточен. Идем же. Идем же. Я уже с тобой повторяю. Хан — это мантра. Такой голос у него, как мантра. Ребенок. Что, мы идем? Где ты? О, чудовище. Господи, что это было? Что случилось? В смысле, меня убили? Жестко. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Отсюда, ну прошу, боже, тебя, друг мой, ты что? Не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Хорошо, не буду выключать. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Пойдем. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Так, зря я тогда его не послушал. Надо было не переть на это чудо. Все хорошо. Идем же. Пойдем. Что там с фонарем? Чем так не ярко светит? Блин, я его заряжаю, заряжаю. Он так плохо светит. Вообще, конечно. Давай. Прыжок. Ай, пирожок. Мама! Где ты? Так, сейчас стоим. Стоим спокойно. Даже присяду. Ну понятно. Тогда я ошибся, не надо было туда просто вообще подходить. Так, идем. Ой, я застрял. Господи, подожди меня. Я застрял. Застрял же ж я. Ты что? Подождал бы меня. Господи, что такое? Где я? А вот. Все. Идем. В сторону, Артём. Что это? Поезд-призрак. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становится частью прошлого. Идем же. Идем. Я заслушался, я тебя вообще молчу, сижу. Ой, погнали. О, как я оказался впереди тебя. Что, перемещаешься? Что это? Замри и смотри вперед. Что там? Давным-давно тут бушевала жестокая битва.
и защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Хорошо, ровно за тобой, четко. Пойдем. Кастанай лапио астерио манта. Кастала мао. Алаум раупом. Кастанай лапио астерио манта. Кастанай лапио астерио манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Ладно, шутки шутками, но с этим лучше не шутить. О, господи. Как же меня пугают вот эти белые блики. Я чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Хорошо. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались и рай, и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается страшно. В метро этих трошки. Все в трубах, в общем, остались. Ой! Блять, что это такое? Где? У меня патронов очень мало. Кто это? Хан, что за приколы? Ты меня разыгрываешь? Наколдовал. Сосредоточься. Сосредоточен. Ой, радиационная лужа. Так что сосредоточься-то, что? О, господи. Дьявол. О, блядь. Сука. Обосрался. Бля, обосрался, Рил. Где ты? Куда ты исчез? Где он? Тебе хватит лужи наступать в эти. О, ты тут? Идем же. Пойдем же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как ты там прошел, я не пойму. Мне теперь плохо. Хан был удивительным человеком. Не похожим на других людей. И даже не очень похожим на человека вообще. Я бы скорее назвал его магом. Только их не бывает. Да. Идем. Классный мужик. Погнали. Так, что у нас тут? Все равно уже это не надо, братва. А мне пригодится, спасибо. Идем. Калаш наконец-то взял, прикольно. Ну что, пойдем? Возьму пока дробовик. Пойдем. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой, замри. А мне страшно. Замер. Мы называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Извини, я фонарик подкачаю. Что такое? Что это? О, тихо. Сейчас она их
Страшная всех вещь. Прибьет. Да. Страшно, да. На самом деле, она не злее, ну, скажем, огня. Ну, еще все хорошее действие. От твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Пойдем. Небезопасно. Ну, я заметил. Тут очень даже стрёмно, господи. О, аптечка. Патроны. Ава, я за тобой. Я за тобой. Оп. Бля, что за дела? Понял. Готов. Чудовище возвращается. Готов, готов. Сейчас. О, хоть патрончики есть. Давайте, идите сюда. Мы с Ханом вас не боимся. Ух ты, рептилоид. Я застрял где-то там. Да Хан стреляет вообще. Круто. Ты что стоишь-то, господи? Они только валятся, я не успеваю даже ни в кого попасть, он всех уже, все. Все готовы, тупо. Всех расстрелял. Так, ну что? Что такое? Все? О, я понял, я вижу. Будь наготове, вмешиваться не стоит. Я не собираюсь, тихо. Пошла косить. Все готово. Вот так оно и происходит. Живой пример. Так. Оп. Десок. Сохранение. Хорошо. Так, ну что, где мы? Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Сейчас возьму, тут патрончики есть. Тут еще есть что-нибудь? Сейчас, извини, Хан, я быстренько посмотрю. Просто очень мало всего, конечно, у меня. Ладно. Тут ничего нет больше. Господи. Напугал. Так, ну все, идем. Поехали. Погнали. Да, господи, что происходит? Так, можно как-то приземлиться? О, все, сажусь. Ну, поехали. Артём, у тебя благородная и важная миссия. Надумаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Да, ты прав. Не во что. Мне не нужно отвечать. Что такое? Стрелять в нее, нет? А, это Кимра. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Те, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Так, продолжаем. Что у нас тут происходит? Станцию снова атакуют. Пойдем, юнош. Защитникам может понадобиться помощь. Пойдем. Всегда готов помочь. Хан? Сюда. Что такое? Очередная атака. Да. Что-то тут не так. Они прорвали внешнюю Здорово. Оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра.
Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Вы что, не взорвали тоннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. Понятно. А больше нам некого послать. Саперов больше нет. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель. Окей. Так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Все, понял, окей, погнали. Так, что у вас тут есть что-нибудь? А, о! О, богато, богато. Ну, немного, конечно, но... Ну, хорошо. Так, я дробовик, я беру дробаш. И иду. Так, мне куда вообще? Господи, прикрывайте меня. Я тут боюсь, типа. Так. Мне надо в левый туннель, правильно? Он сказал. Куда ты на меня прыгаешь? О, сука, скочет. Левый туннель — это вот этот. Так. Тут мне ничего не надо. Я правильно буду смотреть, сверяться. Угу. Бежать. Так. Да, это вот сюда, наверное, надо идти. Где тут чё, блядь? О, сука! Тут какие-то, бля... Я туда иду? Не, вообще не туда иду. Ой. Вот, наверное, здесь, да? А, да, вот. Нашел. А, черти! Убегаем, убегаем. Убегаем. Слишком много их тут. Не догонишь? Я бегу. Прикрывайте. Где-то их тут слишком много вообще. Вот чё тут? Ой, прикрывайте меня. А то мне пиздюлей дадут. Так, теперь нам куда? Фу. Так, это, походу, вот в этот туннель мне теперь надо, да? Ну да, надо до конца этого туннеля, наверное, дойти. Там заложить. Ты чё, сука? Пошли нахуй. Уроды, блядь. Сука, я сейчас обосрусь, мне страшно, пиздец. Капец, прыгает за мной, урод. О, блядь. Блядь, уроды. Пошли нахуй, уроды. Я тебя научу. Суки, суки. Фу. Где тут что надо заложить? Закладывай и пойдем. Фу. Побежал. Побежал, побежал. Ты что? Время, блядь, остановил. Беги. Он не хочет бежать, он дурак. А, блядь, Тёма. Ты что, шифт сломался? Вовремя. Ну все, у меня шифт сломался, короче. Что происходит? Где мы? Беги, беги. Че он стоит-то, господи? О, жесть. Фух. Что-то дурак меня напугал. Че, молчите-то? Привет. Я вообще-то пришел.
Что, еще не все сделал, что ли? Так, подожди, что... Ну, я взорвал ворота, окей. Так, Тургеневская, найти способ заблокировать переход. Урод. Так, мне сюда еще, да? А, вот же. Опа. Тут нужен противогаз. Ой, бля. Куда ты нырнул? Черт тебя дери. Просто убился. Так. Да не, не это. Че орать-то так? Вы где? Уроды. Сейчас я буду вас убивать. Лежать. Так, какой переход тут блокировать? Блять, че так фонарь хуево светит? Боже. Это капец просто. Так, ну мне явно не сюда. А, господи, что тут его блокировать? Его ставим, все, убегаем. Ой, блядь. Это все? Фу, ну да. Страшненько было. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Ты где? Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Пойдем. А у вас тут ничего больше нет? Ладно. Всем пока. Удачи. Подожди, ты побежал. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея Мастера. Господи. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Понял. Хорошо. Так, чё я не пролезаю? Где ты? Теперь как ты перемещаешься так быстро? Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Красиво тут. Мне туда нырять? Ну? Вот и все. Забирайся. Пока. Оп. Помни, все зависит от тебя. А где ты? Только от тебя. До встречи, Артем. До встречи, Хан. Удачи тебе. Спасибо. Удачи. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Продолжаем, поехали. Лезем, лезем. Господи, стрёмно тут. Куда-то ты вылез опять в какую-то жопу, Тёма. Так, что у нас там, что мы делаем? Добраться до полиса, так, отыскать Кузнецкий мост, попасть на станцию Кузнецкий мост, отыскать... Ага, ну все, понял, Андрея Мастера. Так, идем. Ой! Господи, бля, это, наверное, надо было выключить. О, чуть не убил сам себя. А где все мое оружие? Что-нибудь? Чё ничего не достаешь?
Стой! Кто идет? Что такое? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Заваливаю. Спасибо, братва. Хоп-хоп. Вот и я уже здесь. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Хорошо, спасибо за совет. Так что там, зарядим фонарик. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Так, новая станция. Лицом к стене! Обыск! Так, да что хватит, тут сейчас будет противный, я не такой. Происходить? Заткни так, о, было сохранение. Готовься к досмотру! Так, всем спасибо за просмотр. Тогда продолжим в следующей серии. Всем удачи, всем пока. С вами был Олег Блэк.